Баку при поддержке молодежного центра «Кяйнат» и ансамбля «Песни и танцы Мехрибан» прошел третий международный конкурс-фестиваль «Танцевальный калейдоскоп». В мероприятии участвовали конкурсанты из трех братских республик – Азербайджана, Турции и Узбекистана. Как вы знаете, наша молодежная организация «Кяйнат» на протяжении долгих лет проводит различные мероприятия, которые служат расширению и укреплению дружеских связей между тюркскими государствами. Наша цель – довести до мировой общественности то, что мы все, тюркоязычные государства, имеем общие корни, общую культуру, обычаи и традиции. Это отчетливо отражается в наших национальных танцах. В мероприятии приняли участие молодежь турецкого фольклорного коллектива «Адыгюн». Кроме того, гостями фестиваля конкурса стали представители разных регионов братского Узбекистана. Пришла с композицией «Бухарский танец». Бухарский танец – это очень такой вот быстрый, сложный, характерный танец. Ощущения у меня невероятные. Первый раз в Баку. Все очень нравится. Конкурс тоже просто замечательный, волнительно, но... У нас все получится. Профессиональное жюри оценило образцы национальных фольклорных танцев в исполнении подростков и молодежи из трех стран. Организаторы в дальнейшем намерены расширить географию участников. Из Узбекистана, например, прибыла делегация из 40 человек. Также ахыскинские турки участвуют в конкурсе. В дальнейшем мы хотим привлечь в такого рода фестивали конкурсантов из всех тюркоязычных республик. Первые места на фестивале получили конкурсанты из Азербайджана с композицией «Арзугызым», «Аршим Малалан» и танцоры из Узбекистана с песней «Оим Кыз». Второе место завоевали 4 конкурсанта из Узбекистана и 1 из Турции. Третье место разделили между собой танцоры всех трех братских республик. Хаял Юсифзаде, Эльнур Наджафов, Мир 24.